Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу свою коллекцию украшений с опалами. В 2005 году в ювелирном магазине я увидела вот этот вот комплект украшений, серьги и кольцо. И мне понравились опалы. Именно вот эти украшения содержат опалы молочно-розового цвета, в котором содержится слюда бирюзового цвета, такая мелко дисперсная, и в зависимости от освещения и угла цвет этих украшений, сам камень он выглядит по-разному, но он светится изнутри, и он очень меня завораживает. У кого есть опалы, наверное, все неравнодушны к этому камню, потому что он такой волшебный, магический, интересный, отличается от многих камней. Здесь английский замочек, и кольцо немножечко отличается от дизайна сережек. Но кольцо очень удобное, потому что оно не царапает, не содержит никаких лапок. То есть камень там находится, крепится очень надежно, но украшение не царапает одежду и кожу. Вот. Серьги практически невесомые, и эти украшения очень комфортны в носке. И потом где-то через год, я эти украшения носила очень часто, и где-то через год мне привезли из-за границы в подарок браслет. Тоже с такими же опалами. Тут имеется только один вот такой замочек, и по всей длине вот такие вот овальные сегменты, в которых опал находится. Тоже такой же молочно-розовая база, в которой бирюзовая такая слюда. Комплект был неполный, и я искала украшения с опалами, которые бы подходили к этому комплекту. И один раз я увидела в продаже кольцо, которое... Сейчас покажу. Кольцо, которое содержит 5 опалов. И оно идеально подходило под мой комплект. Потому что я люблю одновременно носить по одному кольцу на каждой руке. И это кольцо более крупное, с 5 опалами. Такой же формы, такого же цвета и в таком же стиле. И мне для полного счастья не хватало кулона. И уже спустя какое-то количество времени я нашла кулон, который мне нравился. В продаже было очень много кулонов, овальные, вот такие вот кулоны просто. Но мне не нравился дизайн, потому что это было слишком просто. И я нашла кулон, который мне понравился. Вот такой вот кулон, но он немножечко отличался по дизайну. Он тоже такого же цвета. Розовая база полупрозрачная, и в ней такие бирюзовые и лимонные частички. Золотые, которые мерцают и отражаются. И с этим кулоном в наборе было кольцо, которое я тоже купила. Кольцо выглядит вот так. На темном фоне даже лучше видно, как этот камень, он как огонек светится. Вот, и у меня получился вот такой набор. Серьги, кулон, браслет и 3 кольца. Стараюсь сидеть. Вот, я обещала показать опалы.
Я надеюсь, это видно, как они меняют свой цвет, как они переливаются. Вот такой получился у меня комплект, который несколько отличается друг от друга, каждое изделие, но они прекрасно сочетаются. Я ношу это все вместе. Зимой. Для лета у меня другая коллекция опалов, которые я тоже покажу в ближайшее время. Мне очень нравится этот камень. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.